хуже камня. Хуже камня. Собачья. Сотрудники силовых структур в Баксане оцепили магазин, в котором укрылась подозрительная девушка. С ней ведутся переговоры. Это на сайт прокуратуры Российской Федерации. Надо обязательно, сегодня же их положить. Обязательно. Магазин на углу улиц Ленина и Революции был оцеплен сегодня, 7 марта, около 9 часов утра, рассказали корреспонденту Кавказского узла местные жители. Два раза докладывали начальнику. Они говорят, что начальник не хочет сотруднику. Ты же сотрудник. Почему? Можно? Как а зовут? Почему? Надо у них спросить. Сэр Джейсон, почему не впускаете, если все так по закону? Скажи фамилию. Нет. Вот сотрудник, все документы не дают. Вот. Вот, не дают, не пропускают адвоката. Ну, вот, без предела. Автоматы не стреляют. Вот мой ордер. Вот мой ордер. Ордер на что? Ордер на защиту Хандоровой Аси Хусеновны. Ага. Почему не пропускают? Вот удостоверение. Пропустите меня, пожалуйста, для защиты Хандоровой Аси Хусеновны. Что вы нам ответите? Вот он же ответил. Пожалуйста, ответьте, возьмите, посмотрите, вы уже смотрели. Все подано. А что за вкруваем из пистолета, а был шайкой вчера. Доложите своему начальнику, что это все снимается, и что это мы направили на имя прокурора Российской Федерации. Доложите своему начальнику, что адвокат просит еще раз. Ты что, оглохлый, что ли? Ну, доложить-то можно все в любом случае. Еще раз доложите, пожалуйста. Только около 3 часов дня к девушке пропустили адвоката. Вместе с адвокатом в оцепленное здание прошел и местный имам. Более подробной информации о происходящем Кавказский узел пока не располагает.